Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш юбилейный вечер. И второе отделение тоже, я надеюсь, будет наполнено сюрпризами, подарками для нас и для вас, подарками талантливых людей, своего творчества. И мы очень счастливы будем видеть здесь и слушать тех друзей, которые пришли сегодня к нам на Сашечкин юбилейный творческий вечер или Александра Голубцова. Наверное, так, да? Я его по-своему так, по-свойски. По-нашенски, да. Вот. И сейчас я с удовольствием предоставлю слово очень удивительному человеку. Ровно 2 года назад мы начали свой творческий путь в Петербурге в феврале месяце. По мановению такой удивительной девушки, которая только что убежала, Ирины Бузмаковой, в мир шоу, она направила нас в такой интересный клуб, который называется «Музыкальная среда». Мы пришли, спели, и нам здесь понравилось. Вот, потому что этот удивительный клуб возглавляет два человека. Вот, я не знаю, кто сейчас выйдет на сцену из них, вдвоем или по одному, но в любом случае это замечательная Ирина Кузнецова, вот на вид сидит. Удивительный человек. Просто душа, которая согревает вообще всю музыкальную среду, и на ней все держится ее теплым женским сердцем открытым. Спасибо тебе, Ирочка. И мы очень рады, что ты сегодня здесь. И, конечно, это Вадим Елисеев. Он организатор, вдохновитель. Да, руководитель и просто человек, как сказал Саша Дьяченко, человек-атмосфера. Потому что атмосфера, которая царит на музыкальной среде, это его заслуга. Я прошу, Вадим Елисеев. Встречайте бурными аплодисментами. Саша, я очень рад с этой сцены, со сцены, на которой проходит вечера нашего клуба «Музыкальная среда», поздравить тебя с замечательным юбилеем. Мы не так давно знакомы, но уже за это небольшое время мы достаточно, так сказать, сблизились в творческом плане. И надеюсь, что наше творческое содружество будет расти, развиваться в дальнейшем, и ты будешь радовать нас новыми стихами и новыми произведениями, которые, в общем-то, будут звучать в том числе и на нашей сцене. И еще что я хочу сказать. Саша, ты на самом деле настоящий волшебник. И поэтому песня, которая сейчас для тебя прозвучит, это будет песня волшебника из фильма «Обыкновенное чудо». Поможет мне Оля Голубцова. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок, стальной клинок.
смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Приходит день, а вместе с ним озлобы, страх и тайный жар, восторг и власть. Костер в один пожар, что за напасть? Из пустяка, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и соль, и страсть, и плоть, и страсть. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Не толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Огромное спасибо, Вадим, тебе за такое выступление. А тут Сашечка хочет сказать. Да, я уж молчать не буду. Дорогие друзья, ну у нас, наверное, вы поняли, что второе отделение будет таким неформальным. Да, действительно неформальным. Мне будет очень хотеться сказать каждому из тех, кто здесь выступает, а я, поверьте, не знаю, кто будет выступать, какие-то добрые слова. Я каждому из вас, пока вы тут собирались, подготовил экспромт. Вот. И хочу, чтобы этот экспромт наиболее точно попадал в характер человека, который выступает. Но, к счастью, про Вадима Елисеева экспромт был написан заранее. О, волшебные мгновения Елисеевской струны! Озарение, вдохновение и волнение тишины. Пусть мгновение продлится, пусть гитаре хватит сил, чтобы мог остановиться тот, кто жизнь без песен жил. А сейчас мы приглашаем сюда на сцену, ну, может быть, не на сцену, а просто к нам сюда в гости, тоже совершенно человека-легенду. Руководитель клуба «Восток», его вдохновитель, самый тонкий ценитель и конструктивный критик поэтического слова, поэт, бард, то есть исполнитель, автор стихов и музыки, замечательный человек-скала, Сергей Погорелый, встречайте его! Ну, после сказанного можно уже ничего не делать. Но единственное, что, конечно, мне безусловно нужно сделать, это поздравить юбиляра с его замечательной датой, такой круглой, такой, которая бывает раз в жизни. Вообще все даты бывают раз в жизни, но это самая такая какая-то, такая круглая, да. Круглее не бывает. Сашенька, я желаю тебе здоровья, счастья, любви, новых творческих достижений. Мне очень нравится то, что вы с Оленькой делаете. Я просто плыву вот на волне вашего такого творческого счастья семейного. Я очень рад за вас. Спасибо.
Я счастлив тем, что у меня в жизни были очень замечательные друзья. Вот один из них – это Юрий Иосифович Коваль, замечательный детский писатель, который, в свою очередь, был другом Юрия Иосифовича Висбора, вот, и Юлия Черсановича Кима. Вот. Я, когда исполняю ту песню, которую попросил меня Саша исполнить, это моя песенка, которую я написал в память и в посвящение всем Юриям Иосифовичам, замечательным людям, которые сделали столько для авторской песни. Вот. А история-то такова, что вот они очень дружили, закончили один вуз московский педагогический. Вот. И дружили настолько, что решили организовать клуб Юрия Иосифовичей. Вот. И в порядке исключения принять туда Юлия Черсановича Кима, решив, что он кореец, был бы русским, был бы Юрий Иосифович. Вот. Ну, но песня, будем говорить, она более серьезная, чем эта преамбула. И звучит она следующим образом. Называется «Точка опоры». Я знал человека, который учился играть на гитаре. При этом играть на гитаре он великолепно умел. И мне он говаривал: парень, гитара лишь точка опоры. А если есть точка опоры, то все остальное в уме. Пассажи, ходы, переборы из песен и новых, и старых я, видимо, слушал недаром, поскольку запомнилась мне нехитрая присказка: парень, гитара лишь точка опоры. А если есть точка опоры, то все остальное в уме. И пел я про синие горы, про тропики Мадагаскара. Взлетал я подобно Икару и падал на груды камней. Спасался я присказкой: парень, гитара лишь точка опоры. А если есть точка опоры, то все остальное в уме. А люди в безумии спора и в религиозном угаре друг другу наносят удары, вполне привыкая к войне, забыв, что простая гитара – надежная точка опоры. А если есть точка опоры, то все остальное в уме. Ведь жизнь – это радость и горе, а смерть – и награда, и кара. И тонкая ткань миокарда созвучно звенящей струне. Гитара не главное, парень, гитара лишь точка опоры. А если есть точка опоры, то все остальное в уме. Гитара не главное, парень, гитара лишь точка опоры. А если есть точка опоры, то все остальное в уме. Спасибо. Сашенька, с юбилеем тебя. Послушай ответные вирши. Раз-раз. Вот человек, он как Сибирь Ермак восток России подарил бесстрашно. Опоры, точка, есть? И это знак. Пусть Дикий Запад тоже будет нашим. Спасибо. Спасибо. Валерий Николаевич, вы тут? Я с удовольствием хочу предоставить слово еще одному уникальному человеку, с которым нас судьба свела 2 года назад на музыкальной среде. Наше первое выступление услышал Валерий Николаевич Воборжанин. Это человек удивительной судьбы. Это человек совершенно разных профессий. Он летчик-испытатель и штурман, да. И он кандидат технических наук.
искусствовед по второй специальности. И для нас близкая деятельность, чем он занимается, он создатель и организатор нового современного движения художников-передвижников. Называется «Товарищество передвижных художественных выставок 21 век». И нас так судьба свела, что мы с удовольствием принимаем участие вот в этом проекте и очень любим этого Дон Кихота. Вот «Дон Кихот» песня была написана о нем. День рождения – это не у меня. Не у меня день рождения. Вот. А я уже сделал запись книги. Я вообще-то благодарен Вадиму Елисееву. После выступления Ольги Георгиевны, помните, да, 2 года назад, в феврале, я поймал в гримерке, думаю, вот сейчас жар птица улетит, и пригласил. И с тех пор мы выступаем в Белоруссии, на Украине. Мы уже, наверное, заслуженные артистки Беларуси, да, скоро. Да, кстати, Ольга Георгиевна знает, что мы договорились в вашей встрече в Музее белорусской литературы, мы туда ездили. Вот. А так я, конечно, Александру Сергеевичу должен сказать, что просто не знаю, какой поклон. Просто неимоверно я счастлив, что с вами познакомился. И мы все сдавали философию, много учили в академиях и в других вузах эту дисциплину. Но как-то дискутировали мы с моим педагогом. Оказывается, никто из философов мир не сделал добрее. Никто. Вот единственный человек, который принес нам все радость. Это единственный. Я тоже скажу про вас. Ай. Ну, куда пошли-то? Подвижник современного искусства. Резца, защитник, кисти и струны. Как Дон Кихот, в сердцах он будет чувство достоинства моей родной страны. Спасибо. Ольга будет выступать на закрытии нашей 46-й выставки. Кстати, впервые за много лет мы вернулись в Санкт-Петербург, мы же ездим сюда. Вот. И 9 числа, я надеюсь, вы выступаете у нас на закрытии. Особняк Румянцева. 3 часа. Спасибо. Вы знаете, сейчас на сцену выйдет, у нас все, наверное, друзья уникальные, правда. Вот на самом деле так, как нас Бог связал, и нам дарит подарки в виде друзей. Это человек тоже уникальной судьбы. Это человек, который сделал себя сам. Это мастер спорта по дзюдо. Это мастер спорта международного класса по парикмахерскому искусству. И это человек, который совершенно там, с июня месяца начал писать стихи. Я думаю, что и музыку будет писать. И начал заниматься вокалом. Она начала петь. И ей понравилась песня наша с Александром «Чайка» Джонатан Ливингстон. И она взяла ее в свой репертуар, вы знаете. Леночка Капранова. Елена Капранова! Я очень боюсь лампочек этих, конечно. Сашенька, Оля, вы ворвались в мою жизнь и совершили чудо. Я начала что-то там петь, конечно. Это громко сказано, но я стараюсь. Я постараюсь еще не забыть слова. Жалко, что я зрителей не вижу. Конечно, это ужасно выступать, как ты это делаешь. Да, мы сейчас, мне будет подыгрывать, конечно, Саша, потому что с гитарой у меня совсем проблемы. Но есть Саша. Да, есть Саша, я попробую. Он мне махать будет головой, мне надо петь. Я попробую. Мне надо тебя видеть, а то я не могу. Я не знаю, где вступать. Thank you.
спустилась стая, срок полетов истек, а он летает. Почему Джонатан вожаку не послушен? Слишком вольным он стал, и закон им нарушен. Высокий зарниз голоса повторяют: великая чайка, ты сам, крылья знаю. На небо в свой дом, Джонатан, возвращайся. К идее полета крылом прикасайся. Доступно высок полет для стаи, как он здесь одинок, никто не знает. И неважно, найдет или нет чайка пищу, но как сердце поет и в крыле свищет. Высокий зарниз голоса повторяют: великая чайка, ты сам, крылья я знаю. На небо в свой дом, Джонатан, возвращайся. К идее полета крылом прикасайся. Гордый. Нет. 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 Сейчас. Подарить высоту и море света можешь лишь ты тому, кто хочет это. И неважно, нам стаю вернуть за собою. Ком проснется полет, тот дорогу откроет. Великих границ голоса повторяют. Великая чайка, ты сам, крылья знаю. На небо в свой дом, Джонатан, возвращайся. К идее полета крылом прикасайся. Этот гордый восторг невидом стае. Бесконечный поток ее пугает. Ты один, ты устал, дальше путь все не легче. Но пора, Джонатан, обернись сзади Флетчер. Высокий границ голоса повторяют. Великая чайка, ты сам, крылья я знаю. На небо в свой дом, Джонатан, возвращайся. К идее полета крыло прикасайся. Я хочу еще сказать, Олечка, большое спасибо. Оля со мной занималась всего несколько месяцев, и я стала чувствовать песню. Спасибо за внимание. Спасибо, Леночка. Ах, Леночка, с чего кто начинал? Неважно. Петербург слезам не верит. А важно, сколько смело прошагал и сколько тайн тебе открыло двери. Мы всем рекомендуем обращаться к Елене Капрановой по поводу имиджа стрижки парикмахерского искусства, потому что мы это испытали на себе. Также, если кому нужны уроки по дзюдо.
Вот очень хочет поздравить Александра, тоже удивительная девушка. Она работает на заводе, но душа ее совершенно поэтическая. Она тоже начала петь, она тоже начала играть на гитаре. И еще эта девушка совершенно занимается волонтерством от чистого сердца. Она ездит и организует по детским домам встречи с ребятами. В онкологических центрах детям помогает. Просто так, потому что такое у нее сердце. И это Анастасия Евграфова. Встречайте. Не спеши. Ну, конечно, подожди, можно я сначала прочитаю? Все, что сейчас Оля сказала, на самом деле, ну да, это, наверное, я. Вам виднее со стороны? Просто я одна-то ничего не могу. Я могу только сказать, что где-то что-то нужно. Но если не будут откликаться такие люди, как Оля, Саша, Вадим, многие другие, то ничего ж не будет. И ни с кем не будет ехать в детский дом. И... В общем, так. Но сегодня день рождения Саши. И я так подумала. Мне кажется, что у меня немножко оригинальный подарок. Я надеюсь, ты сейчас посмотришь. Тяжело стихами поздравлять поэта. Надо что-то умное сказать. От банальности уйти при этом. Мысли стройной рифмой связать. Юбилей, как веяние моды. Это годовщина, торжество. Раньше означало... Год свободы, все долги прощались, волшебство, юбилей, новой жизни начало, новый путь, все с чистого листа. Пусть пройдет все то, что огорчало, боль, ошибки, все ведь неспроста. Неспроста подарки подбирала, в каждом есть судьба или намек, чтоб тебя гитара вдохновляла, чтобы музу ждал на огонек. Подарить хочу я рыбку золотую, пусть она тебе удачу принесет. Знаю, не потратишь дар впустую, и она тебя хоть раз, поверь, спасет. Подарить хочу я черепаху, символ мира и начало всех начал, чтобы ты вперед смотрел, без страха, каждый день, как Новый год встречал. Подарить хочу я скоробея, сердце, силы, тайны и божество. Верю, что любовь в душе имея, счастье ты оценишь колдовство. Вот и все. Закончу я на этом. С днем рождения, Саша, долгих лет, долгой, крепкой дружбы, мира, света. И прости, что длинным был сонет. Браво! Настенька, спасибо. Спасибо огромное вообще. Спасибо. Подожди, не уходи. Не уходи. Друзья мои, как близкие планеты. Я их к себе из космоса не звал. Но как-то просто получилось это, что нас в одну систему Бог связал. Пронизаны полями тяготения планет других, мы движемся. Живем, и в вальсе мировом творя движение, летим друг к другу и к себе зовем. Спасибо. А сейчас на эту сцену выйдет еще один уникальный человек. Этот человек не боится начинать сначала. Этот человек не боится рисковать. Это парень с удивительным голосом, парень с удивительной, светлой, чистейшей душой. Это парень, который обладает такой мощной, красивой, мужской человеческой энергией. Это Александр Кузьминов, клуб «Музыкальная среда».
Я буду петь вместе с Вадимом Елисеевым. Один, два. Здравствуйте. Перед тем, как мы запоем, Саша, в качестве поздравления, я честно, вот, ну, ничего специально не готовил, но я скажу так, вот сегодня, глядя на то, что здесь происходит, Саша, на то, сколько друзей, твоих единомышленников пришли тебя поздравить в твой 60-летний юбилей, это просто здорово, и, наверное, без преувеличения любому человеку с полной уверенностью можно пожелать вот свое 60-летие встретить вот точно так же. И в связи с этим мне на ум пришло такое стихотворение Александра Яковлевича Розенбаума. «Когда наступает время убрать, что давно посеял, когда наступает время, которого ждал всю жизнь, то прежде чем выйти в поле, в рассветное свое поле, босым в золотое поле, ты вспомни и оглянись. Как пник арчевал лопатой, пилой вгрызаясь в корни, как воду, живую воду на землю сухую лил, как часто дразнились дети, как взрослые насмехались, и как леденящий ветер на пашню тебя валил. Ты вспомни, как рук, стесняясь, протягивал их к Мадонне, ведь был у тебя младенец, ну, как у нее, на вид, но рос он не очень крепким, и часто, не досыпая, ты проклял свои колени, распухшие от молитв. Подумай, уже не надо одалживать под проценты, и твой ростовщик клянется, что ты его лучший друг». Уже провожают взглядом все те, кто плевал когда-то сквозь зубы змеиным ядом на твой одинокий плуг. Подумай, подумай крепко пред тем, как на поле выйти, пред тем, как собрать все то, что по праву ты заслужил, и будет напиток терпким, а ужин с друзьями сытен, и свет не погаснет в окнах, поскольку ты верно жил». Подари, Господь, мелодию не богатую, не бедную, чтоб ее миряне слушали по утрам до вечера. Тем, кто жил со мной на родине, что была одна заветная, цветом яблоневым грушевым, часто в детстве снилась нам. Подари, Господь, мелодию, чтоб летела с ветром светлая до днепровских вод, до терека, понад крышами домов, тех, в которых юность пройдена под раскидистыми ветками одного большого дерева, где хранила нас любовь. По утру поле расцветет васильками, маками, на цветах.
землей солнышко взойдет, всех согреет одинаково. Свободен был, наградила доброй силою, той, которая потеряна на развалинах страны. Поутру поле расцветет васильками, маками. Землёй солнышко взойдёт, всех согреет одинаково. Подари, Господь, мелодию, в шесть утра мне лучше слышится. Разнесу её хорошую вместо горького вина тем, кто жил со мной на родине, мандариновой и вишенной, той, что снегом запорошена и песком занесена. Поутру поле расцветет васильками, маками. Над землей солнышко взойдет, всех согреет одинаково. Над землей солнышко взойдет, всех согреет одинаково. Спасибо огромное. Да. Вот, Саша. Одарил Господь гармонией, чувством слова с песни слитого. Затаив дыхание, слушаешь. Тоже хочется запеть. Ничего такого вроде бы. Просто сердце не закрытое. Может, кто и спел бы, лучше бы. Да не позовет взлететь. Вот всем этот дар дает. Балует не всякого. А вот Саша песню запоет, всех согреет одинаково. Ира с Женей Носенковой тут, я вас не вижу. Где вы? Хотите что-нибудь сказать? Есть желание? Нет? Нету, нет, все, как бы нет, нет. И, после, да. Я еще, да. Вот сейчас я так волнуюсь, потому что сейчас на сцену выйдут, ну, самые роднулечки наши, самые близкие друзья, с которыми мы прошли огонь, воду и медные трубы. Это те люди, которые поддерживали нас. Нет, они сначала радовались нашим успехам, нашим взлетам, вместе с нами радовались. И поддерживали нас с минуты падения. Подставляли свое плечо. Это люди, с которыми мы съели пуд соли и много радости испытали. Это люди, которые
вот родные на все 1000%. Кровь и плоть наша. Это ребята приехали из города Сызрани, от той далекой, ну это тоже как бы, наверное, мой город немножко, да, потому что я там 19 лет прожила в Самаре, в городе Самара. Вот, и с приветом от Самарского края, от Поволжья, я приглашаю сюда Людмилу Понятову и Рафаэля Бахтиярова. Мы еще добавим, что именно эти люди, именно эти чудесные волшебники были организаторами сызранского концерта, который запечатлен на DVD и который мы презентуем сегодня. Так. Здравствуйте. Здрасте. Мы привезли сюда, в Санкт-Петербург, привет с Волги, из, можно сказать, родного города Сызрани. Он у нас маленький город, в общем-то, провинция глубокая. Вот. Но, тем не менее, Сашу и Олечку вдохновило, чтобы написать прекрасную песню о Сызрани. У нас время такое тягучее в Сызрани, как вот Волга там у нас течет медленно, и вот такая же у нас и Сызрань. И такие, может быть, и мы. Вот я говорю, наверное, так, певуче. Вот. И приехать мы сегодня не могли. Если бы мы даже были во Владивостоке, мы все равно приехали сюда. Даже если вот на Северном полюсе, все равно бы приехали. Потому что, вот я скажу о себе, вот Саша – это моя самая главная интрига жизни. Вот представьте. И скажу, почему. Потому что я знаю и его достоинства, и его слабости, но до сих пор не могу его разгадать. Что он такое делает с людьми, что когда они к нему приближаются, попадают в его вот этот круг, почему-то они все меняются на 180 градусов. Но все меняют свою жизнь. Не скажу, что все вот именно в добро идут. Некоторые идут и в другую сторону. Но тем не менее, равнодушных вообще не бывает. Ну что такое он делает? Вот действительно интрига. 7 лет назад мы даже больше уже познакомились с ним на финансовом олимпе. Многие из вас знают, что это такое. Это авторская школа, которую вот он как философ, математик высчитал, выстрадал. И вот сейчас дарит людям. Вот со временем я уже стала вот и тренером на этом олимпе. Вот. И мы с ним объездили очень-очень много городов и России, и Прибалтика у нас была, и Украина была. Вот. И как вот Олечка правильно сказала, съели пуд соли за это время. Да, мы уже не только друзья, я думаю, что какие-то родственные связи между нами уже есть. Вот. И пуд соли-то мы точно съели. Но я готова ложками есть эту соль! Только бы мои друзья были всегда рядом с нами, всегда бы дарили свое внимание, свое творчество и свою любовь. Спасибо. Огромная благодарность, огромная любовь. Я тоже хочу сказать два слова буквально. Я просто благодарен вот жизни, людям, вот, которая свела нас с такими замечательными людьми, которая изменила как нашу жизнь и потом наше окружение. И поэтому я хочу сейчас пригласить вот Александра Голубцова сюда и спеть. Хочу вместе с ним спеть мою одну из самых любимых песен, автором слов и музыки, которых является Александр Голубцов. Я горжусь. Этот? А зачем? Ну, уже не зачем. За окошком у меня парк, а в Москве за ним стоял смог. Если б Жанной я был Дарк, я бы Францию спасти смог. Ну, а был бы мой отец Грант, о котором позабыл плод, я прошел бы Дубр-Гавр-Нант и нашел бы, где Дункан ждет. А когда б я был лишен сил или взвалил на плечи зла груз, я бы, как Эдмунд Дантес, мстил и возмездие познал
вкус. А если б я, как Королёв, рос и мечтой своей дышал так, чтоб дорогой лёг мне свет звёзд, я б на ней не задержал шаг. А решил, что буду я, не меняя ничего впредь, ни имён и ни времён для, лишь того, чтоб в унисон петь. И вот тогда особый мой мир изменит за окном так, чтоб куда я ни попал вдруг, за окном всегда шумел парк. Это Сызрань, чудо Сызрань. Это верные друзья. Это счастье, верный признак. В юбилей без них нельзя. Дружбу эту заслужить, значит, жизнь не зря прожить. Сегодня к нам в гости заехал один очень удивительный человек, который никогда не писал стихов, и вдруг прочитал стихи, посвященные Сашечке, которые он написал буквально за 5 минут за рулем своего автомобиля. Тоже удивительный, светлый человек, с распахнутой душой, человек, который не боится меняться, который принимает правила новой игры и строит свою новую счастливую жизнь и меняет жизнь вокруг себя, в своей семье и дарит возможность, другим людям. Это Сергей Климов. Пожалуйста, Сережа. А мы его называем Серенький. Ой, я удивительно богатый человек. Не деньгами, нет. Людьми, друзьями. Да? И вот у меня сегодня еще такой вот, бриллиант такой еще в коллекции, да, появился, юбилей Саши. Я очень рад и очень горд, что у меня есть такие удивительные друзья. И действительно, у меня вот сегодня я ехал, и случайно, буквально на ходу, в машине, за рулем буквально появились вот эти стихи. Я остановился и записал так вот еле-еле-еле. Я еще так, наверное, корявое все, но я прочитаю с бумажки, потому что я их не очень на ходу все появилось. Извиняюсь за этот самый, но что получилось. Из-под пера стихи рождаются на свет. Не из компьютера и не из-под пишущей машинки. А повитухой служит им поэт. Сплетая рифмы, как зима снежинки. Ты, Александр, славный акушер, стихи и дети получаются отменно. Да и все то, что, чего бы не захотел, получится все в жизни непременно. Вот и года ты в юбилей сумел сложить. Тебя я поздравляю с круглым днем рождения. Хочу сказать, с тобой дружить и просто рядом быть – сплошное наслаждение. Мы выбираем, нас выбирают. Счастливы те, у кого совпадают выбор и вкусы, судьбы и время. Можно быть вместе мыслями всеми. Жизнь дорожка круто петляет, много развилок нам предлагает, но не разлучат нас повороты. Вместе пройдем, ведь связало нас что-то. Хочу добавить, что акушер и тот, кто, собственно, делает стихи, несколько разные функции выполняет. Скорее, у наших стихов акушером является Олечка, принимая их первой. —
так интересно получилось. Вот я этого человека в глаза ни разу не видела, и мне очень сложно его представлять. Но вот он очень хочет поздравить Александра, потому что уже их судьбы тоже пересеклись. Это широко известный лидер сетевого маркетинга. Человек, да, сейчас я хотела сказать про это, и с очень светлыми жизненными позициями, как вот Лисарчик о нем рассказывал. Я надеюсь, я сейчас как раз лицезрю этого человека с удовольствием. И человек, как оказался, тоже бард. Он тоже известный человек в области авторской песни, да, авторской песни. И мы с удовольствием сюда приглашаем Игоря Люфта. Так, а что-то наподобие. Ага. Я везучий человек по жизни. В том плане, что сколько я ни живу, мне всегда встречаются очень интересные люди, очень светлые люди на пути, у которых и есть чему поучиться, и есть чего послушать, и есть о чем поговорить. И... Не так давно мы знакомы с Сашей, но, знаете, я однажды, слушая концерт одного известного автора в толпе на фестивале, был свидетелем такой картины. Стоят три молодые женщины, слушая его, и плачут. И каждая, одна сказала: «Это про меня». Вторая говорит: «И про меня тоже». И третья говорит: «И про меня, вот прям вот эта песня вот про меня». И вот, наверное, вот это и характеризует хорошие стихи, хорошие песни, когда люди слушают и говорят: «Это про меня». И вот сегодня, в первой половине концерта, я слушал, я очень много песен слышал, и стихов много за свою жизнь выслушал. Но вот не так уж часто встречаются песни, стихи, когда вот «Это про меня». И это про меня. И действительно, это хорошие стихи. И пока есть люди, которые... пишут эти стихи, когда пока есть люди, которые несут их, не прервется такая какая-то золотая нить, которая идет из поколения в поколение и несет вот этот свет, свет стихов про меня. Каждый думает, это про меня. Ты навряд ли мне поверишь, но было старым, добрым было жадное время. Ах, как быстро свою юность забыло молодое незнакомое племя. То ли вовсе мы не знали ответов, то ли тайну мы какую-то знали, но девчонки так любили поэтов, что поэты от любви той сгорали. Ты навряд ли мне поверишь, но сам я верил в партию, в любовь и в случайность. А всего смешнее были мы сами. Но от этого не хуже, ручаюсь. Мы Чернобыль и Афган брали штурмом, фантазеры и искатели истин. По больницам, дальним странам и тюрьмам разнесло нас, как опавшие листья. У судьбы на все назначены сроки. Но уйти не значит встать на колени. Где-то пишет воспаленные строки тот, кто наше завершит поколение. Он живет последним отзвуком лета, он умрет, и вместе с ним оборвется нить в эпоху дураков и поэтов, из эпохи подлецов и торговцев. Я с детства любил открытые пространства, музыку для всех и обеды в столовой. Я вырос на почве курения и пьянства, как это ни странно, живой и здоровый. Я вырос на почве искусства и бреда, под ругань соседей, под звон трамвая, под знаком собаки и велосипеда.
газировки был слаще рая. Мы играли в войну в котлованах на стройках, тонули в канавах и вязли в гудроне. Но в мечтах мы мчались в каретах на тройках и, сидя в сугробе, царили на троне. Счастливое детство нам подарило умение жить и писать без нажима, равнение на флаг и на середину в лагере Артек строгого режима. И живые примеры не сходились с ответом. Нам говорили, что мы идиоты. Мы вскоре привыкли к мысли об этом и ищем себе подходящие работы. Я больше высоким словам не верю. Сегодня мы жертвы, а завтра судьи. Я хочу понять на своем примере, так что же было и что же будет, что же было и что же будет. Я вырос на почве искусства и бреда, под ругань соседей, под звон трамвая, под знаком собаки и велосипеда. И вкус газировки был слаще рая, вкус газировки был слаще рая, вкус газировки был слаще рая. Спасибо. С днем рождения, Саша, с юбилеем. Я очень рада, что вот совершенно не знаю этого человека, так его представила. Я совершенно не разочарована, я просто в восторге. Огромное вам спасибо, Игорь. Вот удивительные встречи дарит жизнь на перекрестках. Вот один случится вечер, и уже забыть нельзя. Знал, что Игорь мощный лидер. Вдруг мы вместе на подмостках. А с гитарой, с хором, с песней точно будем мы друзья. А сейчас, наверное, готовится к выступлению девушка. Она здесь? Ага. Да-да-да-да-да, я про тебя говорю. Умница, красавица, джазовая певица и просто тоже близкий нам человек, с которым нас связала судьба. Тоже совсем недавно, но ее светлое сердечко, ее чистая душа, которая любит музыку и дарит ее другим людям, привели ее сюда. И мы с удовольствием приглашаем на сцену Марию Ильину. Саш, я даже не помню, когда мы познакомились на самом деле, но помню, что... Ты был тот человек, который мне напомнил, что в жизни волшебники все же существуют. И сейчас я тебе долго думала, что подарить, и хотела какую-то песню своего репертуара тебе посвятить, но поняла, что нужно что-то новое, как новые пути, которые ты открываешь людям в жизни. Вот моя песня сегодня тоже новинка, тоже абсолютно новая, даже вот слова заготовлены. Она волшебным образом в моей жизни появилась. Я ее учила буквально на работе, в самолете. Как раз сегодня летела из Москвы в Петербург. Кстати, слушала ее. Маша произошло волшебство по всем законам жизни, физики и погоды. Маша должна была прилететь в Петербург в 9 часов вечера. Она да, прилетела. Так получилось, что все-таки она я успела. Успела прямо с самолета. Здорово. Вот песня на итальянском языке. Но, надеюсь, слова ее тебе дойдут до сердца. Называется «Эстате» — «Лето». Thank you.
pace che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mi vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ti scaldava, che splendide di tramonti dipingeva, adesso brucia solo con сегодня. Не уходи, Маша, подожди, послушай ответный. В джазом мягкие синкопы любит Маша завернуться. В них уютно и приятно, и совсем не надо слов. Ты же отлично знаешь, чтобы в сердце музыки проснуться, нужно лишь, чтоб продолжалась бесконечная любовь. Эстат, 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 эстат. Спасибо. Друзья, подходит к концу наше первое, уже второе поздравительное отделение. И слово нашлось
для меня. Вот я взял так и выхватил микрофон. Ха-ха-ха, всех опередил. Саш, сегодня очень много собралось людей. Сегодня очень... На саундчеке, на репетиции сегодняшнего мероприятия мы были зрителями. Звонили из 5 стран, Саши. Это был Таиланд, Египет, Америка, Бали и что-то еще. Да, из Израиля. Украина. 5,5. Вот. Саш, ты представляешь, какая энергия вот намучена и накручена здесь, да? Я хочу сделать тебе подарок. Вот я. Ты знаешь меня как гитариста, музыканты репетировали, виделись, общались. Саш, я хочу подарить тебе эксклюзив. Самый эксклюзивный эксклюзив, который я могу тебе подарить. Саш, я спою для тебя сегодня. Вот это да! Это уж действительно эксклюзив. Это никогда не было и больше не будет. Ты можешь готовить тухлые яйца, гнилые помидоры. А, там еще остались салатики всякие, там вот их можно, значит. Между прочим, мне еще не досталось ничего. Есть шанс, что и не достанется. Я не буду в тебя салатиком кидать, я его съем. Окей. Ты кинь, а потом вместе там съедим. Я подберу. Саш, я хочу тебе спеть песню, которая все охватывает тебя. Вот так. Она говорит о тебе все, что можно сказать. Она аккумулирует в себе все, что сегодня было сказано. И пусть эта песня, так сказать, не только от меня будет. Я думаю, что каждый в этом зале найдет в этой песне частичку своей любви к тебе и своих слов про тебя. Саш, с днем рождения! Чуть-чуть фонограмму погромче. Не сразу все устроилось, поэт не сразу строился, поэт был математиком и цифры слагал. Потом вдруг вдохновение ударило по темени, когда во тьме египетской он Олю повстречал. Александр, Александр, ты глаголом в наших душах все обычное разрушил. Необычным наделив, мы теперь не те, что прежде. Благодарность бесконечна, потому что ты безбрежный сил и творчества прилив. Не сразу все устроилось, семья не сразу строилась, двоим все было по плечу, троим еще смелей. Сквозь города и месяцы врастали в Питер вместе мы, поскольку петербургская любовь другим сильней. Александр, Александр, этот город наш с тобою, эти звезды над Невою, паруса белых ночей, что бы ни было в начале, утолит он все печали. Он, как ты, широкий светел, без замков и без ключей. Не сразу все устроилось, друзья не сразу строились, друзья проверку временем и помощью, Серега, прошли. Теперь ты счастлив полностью, и мы хотим с бесспорностью сказать,
чтоб поздравления тебя сейчас нашли. Поздравляем, поздравляем, окрыляем, окрыляем и все вместе траляляем тебе славу и хвалу. Будь безбрежен, будь бездомен, к нашим миршам благосклонен. Ведь недаром Оля скажет: Саша, я тебя люблю. И, конечно, Маша скажет: Саша, я тебя люблю. Несомненно, каждый скажет: Саша, я тебя люблю. Поздравляем, вдохляем, окрыляем и все вместе траляляем тебе славу и хвалу. Будь безбрежен, будь бездонен, к нашим виршам благосклонен. Ведь недаром Оля скажет: Саша, я тебя люблю. И, конечно, Серый скажет: Александр, я тебя люблю. Несомненно, каждый скажет: Саша, я тебя люблю. С днем рождения, Саша! Ура! Да, ну вот чего-чего, конечно, хор можно было ждать, но чтобы Александр Дьяченко спел, ну это уже нужно быть таким... Я просто там 50 грамм выпил. Понятно. Он говорит: мозги мои такие, я музыкант, иначе не могу. Лукавит. Звуки, да, его стихия. Но слово, чувство, строчка, мысль, душа, да все в одну строку. Спасибо. А сейчас, Сашка, ты не уходи, пожалуйста, со сцены, потому что будет третья часть марлезонского балета. Вот была вторая, такая поздравительная. Я думаю, что каждый из вас много удовольствия получили от таких талантов, которые были сегодня здесь на сцене, и искренних слов, которые были сказаны в твой адрес. Вот, и сейчас сюда, там подготовились уже, да? Вынесут символ юбилея. Символ юбилея с такой цифрой 60. Неужели гроб? Как-то вот как-то, знаешь, не верится. Потому что, ну, человек ты... Вот этот символ... А фанфары! Ну, символ же под фанфары нужно носить, правда? Фанфары в студию! И символ в студию! Ух ты! Батюшки Светы! Посмотрите, вот вам, наверное, не видно, что здесь. Да, я так вот приподниму. Видно? Эта книга называется «Ключи мироздания». Александр Голубцов. Книга пятая. Санкт-Петербург, 2013 год. Это тонкий намек. И, между прочим, она выполнена в дизайне тех книг, которые вышли. Обалдеть. До того. Вот смотри, Сашечка, здесь вот сейчас наш друг Александр Дьяченко так зажигает вот эти свечи. Это Прометей. Непростые, да, это не простые свечи. Это символ твоего пройденного пути. Вот ты вот шел, у тебя были какие-то вехи, одна, вторая, третья. Ты постигал, ты накапливал мудрость жизненную, которой, в принципе, ты делишься, не в принципе, а по-настоящему делишься с многими. Саша даже вспотел. Да. Вот. Ничего страшного, мы ее сейчас обратно поставим. Да, мудрости хватит тебя надолго, на много, на всех. И вот этот символ... Сейчас тебе предстоит задуть. Но это еще не все. Да, вот видите, тут такая цифра, какая-то странная, да? 6 и 0. Вот мы тут подумали все вместе и решили,
что путь уже пройден. А не пора ли начать сначала? Ведь ты же волшебник. Вот Сереженька даже, вот он хотел тебе тоже пару слов сказать, да, Сережа? Чтобы ты уж точно поняла, что тут не все так просто. Вот я, с вашего позволения, сделаю волшебство. Он же волшебник. Я возьму и обнулю цифру 60. Саша, мы тебя обнуляем! Ура! Саша, тебе 0 лет! 0 лет! Так, Сережа... Все, жизнь сначала! Так, Сереженька сейчас скажет, почему? Почему это возможно в принципе? Ну, сейчас мы тебе дадим. Сейчас мы тебе его дадим. 97 страница, да? 97. Вот, Сереж, на, читай. Это первое сольное выступление Сергея Голубцова на сцене. Это очень круто, на самом видно, деле. Видно тебе, Сереж. А я микрофон буду держать тебе вот так. А, ты сам держишь, ну давай. Я волшебник всемогущий. За твою ста захочу. Стать могу телеведущим. Всем призыток доверчу, накормить могу без хлеба всех голодных снегирей, поймать язык змеей и еще летать по небу, сделать бабушку здоровой, спать на зайцев повторево, в невидимку превратиться или в сказке очучиться. Но зачем мне повторять? Сказок в жизни не бывает. Не летают дети в небо, не гуляют по воде. Накормить нельзя без хлеба, и сокровищ нет нигде. Чтобы люди не болели, надо долго их лечить. А язык зверей учить невозможно в самом деле. И никак я не пойму, я волшебник. Почему остальные не хотят и нельзя, не говорят? А-а-а, им, наверное, неизвестно. Все возможно. Честно, честно. Браво! Браво! Это, кстати, отличная копия на Сашиных жестов. Ну что, Саш, загадывай желание. Ты понимаешь, что твое желание, естественно, сбудется. Вот. Ох, какой ты хитрый! А ты стихи пишешь тоже шариком? Нетушки, давай с собой задувай. Мы тебе поможем, мы все поможем. Саш, загадывай желание, потому что тебе отныне путь не от 60 и дальше, а от нуля, с самого начала. Ну, раз, два, три! Ура! Самолеты в студию! И я поздравляю тебя. И я поздравляю тебя. Утро этого дня, солнце этого дня, колокольчик звеня. Поздравляю тебя с днем рождения. И я поздравляю тебя с днем рождения. И я поздравляю тебя. Посмотри, как земля нарядилась, земля, потому что земля поздравляет тебя с днем рождения. И я поздравляю тебя с днем рождения. И я поздравляю тебя. Посмотри, как тебя очень-очень любя поздравляет семья, поздравляют друзья с днем рождения. И я поздравляю тебя с днем рождения. И я поздравляю тебя. И я поздравляю тебя. И я поздравляю тебя. И вон тот дальний ряд тоже. И я поздравляю тебя. И я вместе, и я поздравляю тебя.
свечи, торты, цветы у меня на столе. Мне придется свести, ну хотя бы 100 лет. С днем рождения, я. Спасибо огромное, друзья. Самое важное чувство, которое, самая главная энергия, которую может человек чувствовать в этой жизни, которую он повелевает, он может ее чувствовать, а может не чувствовать, он может ее запустить, а может ее закрыть, в отличие от любви, которой он не управляет. Это чувство благодарности. Вот когда человек решает быть благодарным, и когда он чувствует в сердце эту благодарность, мир меняется. Я настолько переполнен благодарностью каждому из вас, ко всему вот этому, всему, что сегодня было, потому что все это не поздравление мне. Это такой, знаете, вот стартер для мощнейшего потока благодарности в сердцах каждого. И каждый чувствует наверняка, что этот мир друг. Что этот мир полон, вообще всего, вон торт какой. И мы его сейчас съедим. И я вам бесконечно благодарен. И я вас всех очень, очень, очень люблю. Артисты, на сцену, фанфары! Все артисты на сцену! Все артисты на сцену! Все артисты на сцену! Все, кто были здесь сегодня, кто еще остался в зале! Игорь! Все желающие! Александр! И ты, и Сережа, конечно, Сережа обязательно. Сережа обязательно. Не успели мы только Маше. С Машей не успели, но мы сейчас это исправим. Вот каждому из тех, кто сегодня поздравил юбиляра, которому 0 лет, это вообще супер, вообще так придумать здорово. Мы дарим на память с нашими Солечкой, то есть авторами, автографами, вот эту сегодняшнюю презентованную книжку, которая была у нас сегодня открыта. «Математика любви» и Лене Капрановой, и Игорю Люфту, в общем, всем, кто здесь был. Вот. Только единственное, Маша не успели написать, но сейчас напишем. Вот. А потом, кто кому, какая книжка, разберетесь сами. Хорошо, договорились? Вот она будет, Игорь, положи там на столик, будет здесь лежать. Мы вам бесконечно благодарны, ребята, спасибо. Вот еще Верочка Богданова тоже хочет сказать, ведь... Да, конечно. От всей души. Я вообще попала, конечно, вот в особую атмосферу, которую просто, честно говоря, не очень ожидала. И мне очень-очень хочется тебе прямо сейчас, вот пока я там сидела, родились маленькие 4 строчки. Улыбка глаз, красивого лица, и от себя на сторону ни шагу. Ты как родник, который без конца из недр несет живительную влагу. Вера Богданова – это один из хореографов-постановщиков нашего спектакля. Первый да, хореограф. Один из первых хореографов-постановщиков нашего спектакля «Воспоминания будущей любви». Вот туда, у Сашечки есть любимая песня, да? Да, собственно, что говорить, все сказано уже на самом деле. Друзья, моя позиция очень простая. Мир нас любит. Мир нам все уже подарил. Вот эти все подарки, про которые сегодня говорил, он нам уже подарил. Осталось только всего лишь навсего понять, что распоряжаемся мы только собственной душой. Вот эта вот душа, которая в каждом из нас наша собственная собственность, она только от добра и радости может изменяться к лучшему. Только от хороших стихов, песен, книг, от любви искренней, а не корыстной. И вот эту-то любовь мы и дарим вам сегодня. Благодарность вам огромная всем и за слова поздравительные, те, кто выходил, те, кто не выходил. Я знаю, что очень многие люди могли бы тоже сказать, но это не важно, говорили вы что-то или не говорили. А важно то, что в ваших душах сегодня произошло маленькое изменение, и мы надеемся, что наша книжка, наш фильм, наши какие-то стихи этому помогут еще больше. И поэтому... у нас не принято было в свое время называть душу ее именем. Ее называли просто жизнью. И вот о ней-то наша песня. Сашина песня, юбилейная. Я люблю тебя, жизнь,
что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Стоп! Стоп, 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 стоп. Вадим, останови музыку. Слушай, Саш, мы тут так классно веселились. Поздравляли тебя, пели песни, а ты так поешь, как будто ты на пенсию просишься, а мы тебя не пускаем. Ну что так мрачно, так по-советски? Так, ну, мы же ты по-другому должен петь, Саш. Ты по-другому, ты сначала начинаешь. Скажи, Оль, ну вот скажи. Ну, мы же тебя обнулили, да? И ну как-то, может быть, по-другому эту песню споем, как-то будет. Конечно, по-новому. Может быть, по-новому ее споем. И все вместе. Я думаю, что Саш, ты тоже по-новому сможет спеть. Ты, а? Ну, хочешь? Давай сыграем в новую игру. Вадим, поехали! Громче монограмму. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь. Все желающие к микрофону. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мало дано, шир земли и равнина морская. Неизвестно давно, бескорыстная дружба мужская.